Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков поздравил медицинских работников Одинцовского округа с профессиональным праздником. В рамках проекта «Здоровое будущее» парламентарий встретился с коллективами детской поликлиники и женской консультации. Дмитрий Голубков поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд и верность профессии. Вместе с одинцовскими активистами «Единой России» он вручил коллективам медучреждений почетные грамоты и подарки.